Привет. Нахожусь в Боснии и Герцеговине, Республика Сербская. За моей спиной монастырь Дуже. Монастырь этот посвящен покрову Пресвятой Богородицы. Находится в 10 километрах от Требения. С 1694 года он. Когда-то здесь жили монахи из известного монастыря Твердош. Здесь даже есть подсвечник 1777 года. Здесь написано 1777 год. Церковью, которая построена была, реставрирована в 1855 году, находятся два старейших в Герцеговине колодца. Они закрыты, но остались надписи, которые почти стерты веками. А еще здесь находятся надгробные плиты митрополита Стефана справа и архимандрита Герасима Иовановича слева. Это что здесь в стене, как в Кремлевской стене что-то? Вот. Здесь находится могила монахов 1873-1875 года. В этом монастыре находится только лишь одна монахиня, которая здесь и проживает. Есть настоятели, которые приезжают, помогают, убирают территорию. Возможно, мы с ней познакомимся. Но снимать, наверное, ее нельзя. Путешествуйте больше по святым местам. Не по рекламным, а которые труднодоступные. С 1922 года здесь были монахи из царской России. В 1935 году монахи расписали стены церкви в старорусском стиле. Но, к сожалению, церковь была разграблена во время войны. Практически все уничтожено. А трое русских мучеников, Евгений, Михаил и Лукиан, погибли. Их могилы находятся за кладбищем. Что еще необычного для Черногории в основном? Крыша устелена камнем. Так вообще очень хорошее, позитивное место.
немного цветов. Летают жуки. А здесь покоится настоятельница Теодор Делич, настоятельница монастыря Дужа. Даже сегодня солнышко вышло, везде дожди. Приехали на святое место. Вышло солнце. Недавно се донази, она е била амбасадорка руске, само ја не знам како се она зове. Ти монаси су сахранени овде. Ima groblje, isti spomenik ovakav ima koliko na Teodore. Ali su dolazili nekih 20, njih je dolazilo iz Rusije, baš povodom toga. I znam da su onda donosili onaj pare da se spomenik, mada je mati bila podigla njima spomenik. Ali su oni htjeli u obliku ovako oko kod nje. I tako su isto spomenik, taj su digli, a ovaj napravili su drugi, baš u groblju dolje, seoskom groblju. Tu su i to tad su i sahranili neki čovjek iz sela, jer niko nije smio prići. Komunizam je bio. Oni je po noći nekako sahranio. Tako da ona i tu su u groblju sahranjeni. Ona s 38. godine, 15. umirala, znači, eto, skoliko, prožila dolgo. Dolgo, dolgo. Eto, šas kažu. 77. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь. Ставьте звоночек. Всего доброго. Пока.